Хай, всем, с вами Старко, и сегодня вы, наверное, догадались, что я начал снимать. Это Russian Car Drift, как, по-моему, называется. Ну, короче, это игра про русский дрифт на русской территории, ну и на обычной японской трассе, как она называется, я не помню уже. Ладно, ну вы, короче, смотрите этот ролик, потому что это ролик фигня, наверное. Ну и самая графика дня, так что обзор начинается, поэтому погнали. На главном меню у нас вот это вот все высвечивается, типа битва недели, это нужно подключать интернет. У нас есть мультиплеер и одиночный заезд. Мультиплеер я не хочу сегодня заходить, потому что мультиплеер у меня будет лагать эта игра, потому что она не оптимизирована, эта игра. Да, и... Там просто всего лишь ты на карту заходишь с друзьями или людьми и просто катаешься. Так что давайте посмотрим на сначала автосалон, а потом уже будем смотреть, что это за игра. Вот у нас появляется такой гараж. У нас имеются детали кузова, подвеска, вот это все. Ну, короче, тюнинг. Но вы видели то, что вот так вот у меня вот это все тюнится. Это выхлоп. Вот, допустим, вот выхлоп есть. Решетка спереди. Она тут все нормально тюнингуется. Ух, ебать. Колхоз, пацаны? Ставьте лайк. Ладно. Это у нас плитер. Это я уже не забыл, что такое. А. Ну ладно. Короче. Вы поняли, что там за задняя вот эта вся часть. Ну и спойлер тоже можно поменять. Диски уже в другом месте можно поменять. Это выбрать стиль диска. Вот такие у нас присутствуют диски. Вы прекрасно это все видите. Даже вот такие хайповые есть. Вот такие тонкие есть. Ну и их колхозные есть. Ну ладно. Я сейчас просто увеличу диски. И давай купи, покупай. И просто будем смотреть, как это все будет делаться. Точнее гоняться. Покраска обычная, тут просто вот решетка вся красится. Да ну нахер. Ну, короче, каждую часть можно покрасить. Даже выхлоп можно покрасить. Короче, сделать из вашей машины обычный колхоз. Настолько колхоз, то что это капец. Такие вот номера можно сделать, поменять. Еще ливреи тут присутствуют. Создать это... Это что значит? Что у меня тут залагало? Ну, короче, ливрея здесь можно создать. Но у меня ошибка произошла. Я думаю, уже сейчас выйду из игры и зайду обратно. Ну, короче, с ливреями у нас тут ошибка. Короче, тут это интернет, скорее всего, надо скачивать. И там это все будет показываться. Ну и мощность тут показывает. Ну давайте прокачаем. А, у меня же денег нету. Ну, экосистему прокачаем. Ну, вес. Тут больше ничего не могу прокачать. Ну, короче, машина тут качается. Ну и давайте посмотрим на автосалон. Это обычная копейка. Потом идет еще двойка. Ну, давайте посмотрим, как я, насколько знаю, русский автопром. Который я его особо недолюбливаю. Ну, уже тройка. Четверка. Не понял. Ну, я знаю, что это шофт, а чем от нее отличаются. Хрен знает, ну ладно. Дальше идет пятерка, шестерка, семерка, восьмерка, девятка, десятка, один... Нет. А, тут и так написано. Ну, допустим, это девятка тоже, и это девятка. Это уже ОК, это мне машина уже нравится из-за экономичности. Мне похуй то, что она слабая, потому что я люблю экономичные машины для хозяйства, как мотороллер муравей. Мне она нравится. Хотя для дрифта, дрифт на такой машине? В эту игру добавили? Я в ахуе. Дальше у нас идет десятка. 11. Один, а как это прочитать? Одинашка. Ладно, двенашка уже потом идет. 14.
Четнарка, что ли? Приора, это вообще самая нелюбимая машина. Короче, я не буду эту машину описывать, мало ли что будет. Просто пролиста, это уже Нива, дрифт на Ниве, представляете, пацаны? На полноприводной, это вообще еще кайф. А вот это москвич, по-моему. Да, это москвичи. Волга, это уже. Еще одна Волга. Это тоже Волга. Или газ. По-моему, газ уже пошел. Это вообще уже точно не знаю, это вообще русская. Ну ладно, это последняя машина. Хотя, не, уйдем просто с этой машины, точнее, автосалона, и посмотрим, что из себя эта игра имеет. Короче, у нас есть вот такие вот трассы. Мы можем просто выбирать, вот даже японское кольцо можем выбрать. Ну или классический дрифт, долгий дрифт или тренировка, на этом выбрать. Долгий дрифт — это значит то, что вы будете дрифтить без остановки, то есть должен все время множитель набираться. Тренировка — это просто свободный дрифт, а классический дрифт, ну 2-3 круга проехал, все, за это деньги тебе дали. Давайте посмотрим гаражи, классический дрифт и все. Ну и точнее, давай заезд сделаем и все. Ну вот короче, у нас был счетчик показан, и вот мы начинаем дрифтеть. Она на второй уже начинает так вот дрифтеть. Ну, короче, тут ручник даже делать, это просто занос такой. Не очень правдоподобно. Допустим, она хреново очень заносится. Или иногда бывает легко заносится. Она под таким углом заносится, потому что потом вообще невозможно потом вывернуть. Даже с помощью ручника. Хотя я подумал, что просто машина слабая. Вот даже такая. Не, как бы и сложный дрифт, прикольно, но... Блин. Тормози. Давайте рестарт. Вот туда счетчик пошел обратно. Ну вот, короче, давайте вторая. Третья. Вот, да, третья, вот. Давайте четвертую. А, нет, блядь, все, прозевал. Капец, я прозевал. Я вообще на датчик смотрел, не на дорогу. Мне права точно не выдадут. Ладно, вторая. Давай третью хотя бы. И до третьей вот так вот проедемся. Да я не знаю, что это за кольцо в двойке. X-двойке. Может это... Хотя я даже не знаю. Ну, короче, зеленый это до множителя, точнее, X2, X3... Какой множитель потом будет. Чем дальше вы заходите, тем сложнее его добирать. Ну, вот эти вот очки, это типа... Как я помню. Типа, 1000 очков. Или, это или 500 долларов. Ну, или что-то типа того. Может, это сразу 2000 у меня будет. Ну, короче, от очков сильно зависит. Сколько у вас бабла. Тут, конечно, пустая карта, пустое все. Не, ну как бы есть и похожие игры, но вот эта игра мне не особо понравилась, потому что эта игра пустая. Графон более-менее нормальный для моего телефона даже, но физика как бы сложная. Но если, типа, у меня самая слабая машина, по идее, хотя я не знаю даже, может, и сильная, точнее, мощная. Типа, если даже прокачаю эту машину, то чё? Будет ли она у меня лучше дрифтиться или нет? Это во-первых. Во-вторых, если это не от этого зависит, а от выворота, то почему бы в игру не добавить получше выворот? До 50 градусов хотя бы. Если 60 это перебор. Почему бы это не сделать? Вот я лично хочу такой выворот. Не, ну сейчас вы видите пока, что у меня получается. Да, у меня пока все идет по-хорошо. Ну потом, когда уже... Блядь, давай. Да ёшкин кот, все уже, пацаны, это все. Ну вы поняли. Когда вот так вот уже, да, на другой переворот, на большой скорости поворачивать, а у меня уже маленькая скорость, то она у меня больше не дрифтится. Ну давайте посмотрим. Короче, 2 очка это 1 доллар примерно. То есть 10 очков, точнее 10 тысяч ты накатал, у тебя 5 тысяч долларов появилось. Как-то так, пацаны. Давайте прокачаем еще что-то. Что мы можем еще прокачать? Где у меня тут? А, сюда. Ну тут реально мне что-то надо подумать, прокачать. Это вот. Давайте можем
Я бы мог и коробку передач прокачать, но это мне полезнее будет. Я намного лучше так думаю. Вот давайте попробуем. Не, зимние гаражи это совсем хреновый зацеп, а промзона это слишком большая трасса. Давайте попробуем японское кольцо на долгом дрифте. Это как бы фейл сразу будет, но вы по крайней мере посмотрите, что как тут будет. Ну вот, короче, мы начали дрифтеть. И, короче, блядь. Если перестану дрифтить, то все, мне хана будет. Давай, 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 зараза, ну нет. Ох, капец. Ой. Ну, вы, короче, поняли. Ну, я хочу обычно сейчас сделать. А, нет. Ну, ладно. Ну, даже сейчас вот на третью, если будет поворачивать, чуть-чуть, она будет вот так вот заноситься. Вот. Чуть-чуть повернули, и все. А если вообще на передний тормоз нажимать, то она просто выравнивается, и как бы все, она полностью выравнивается. То есть, если вы поворачиваетесь, то она полностью прямо выравнивается по своей оси, и вот так вот, типа, останавливается. Как бы так, можно сказать. Хотя у меня... А нет, там на 4000 должно быть, да? Ладно, классический дрифт и японское кольцо сделаем. Я понимаю то, что у меня машина колхоз, но я никак не хотел еще делать только так. Потому что по-другому езда не хочется. А типа делать японский... Как это сказать? Вот, видите, как охуительно мне получается? Вот сейчас более охренение было. Так, ну а тут уже все, это фейл. Ну ладно, хоть так. 750 рублей уже есть, даже не 750, хотя больше. Где-то 800-900. Не, 800 должно. Ладно, поехали дальше. Тут вот этот поворот, который есть, это не самый страшный вот здесь. Хотя, тут даже по этой трассе можно проехать по земле, и ничего не будет. Ну, короче, смотрите, сейчас буду... Когда если ехать, вот, допустим, тормозим. Хотя она вообще не поворачивала, просто вот так вот тормозила. Ладно, сейчас просто покажу пример. Как использую передний тормоз. Вот, допустим, поворачиваю. Хотя нет, она в этот раз не выравнивалась. Странно. Вот. Хотя, блядь, в жопу вот этот тормоз, блядь. Просто ручник использовать будем. И все. А это что, что, что? Еду, она мне не нажимается. Точнее, я нажимаю, она не нажимается. Так, вот так вот бесит, что вот так вот разворачивается. Так, давай, кыш-кыш. Едь нормально. Что ты ударяешь? Интересно, какой чувак бы русский решил на японскую трассу отправить Жигуль. Или Копейку. Я даже не знаю. Пацаны, как скажите, пожалуйста, хотя бы кто шарит за вас, типа. Скажите, пожалуйста, какая машина из ВАЗа самая экономичная, ну, на сотку хотя бы. Ну, или если даже не на сотку, а так хотя бы. Меньше всего масла жрет. Мне просто это важно знать. Ну, конечно, уже не десятку, не приору. Мне этого как бы не нужно. Просто мне важно знать. Типа... Я думал сначала то, что Копейка, а потом думаю, раньше начал думать то, что это восьмерка, а теперь еще думаю то, что это семерка, а теперь я вообще не знаю, какая там самая экономичная. Ну, я думаю то, что АК самая пока что экономичная, на мой взгляд, потому что габариты маленькие. А если вообще взять Патис, то вообще 5 литров на сутку. А если вообще взять, блядь, мопед, 3 на сутку, это вообще, блядь, пиздец. Ну, конечно, не мой, у меня вообще, может, 5-6 на сотку, это хуёво. Ну, примерно так. Скажите, пожалуйста, мне это очень важно. Ладно. Сейчас доедет круг и, наверное, будет закачивать. Хотя и так можно закачивать. Хотя денежки и так мне нужны. Так что доедет до круга. Ай, бля, ай, бля, ай, бля. Вот, видели то, что она выравнивалась вот это вот с помощью тормоза? Бля, похуй, срежем. Не хочу просто ехать больше.
И все. Вот просто как. Вот видите, как вот это все зеленое появляется, фоткается, как будто, блядь, в пятую каташку попали. Ну, короче, мало заработали, почти 4 косаря. Это очень мало. Хотя это русская игра, должны были доллары, точнее рубли сделать, а не доллары. Что это за хрень? Пусть хотя бы там 100 тысяч у тебя рублей было бы, но цены такие же были. Просто перемножили это все до 70 и все. У нас же какая там цена на доллары в рублях? Не знаю. Ладно, прокачаем при вам что-то. Допустим, вес уберем. Или что уберем? Ну да, вес. Хотя не-не-не-не, коробку передач прокачаем. Ну и все, в принципе. Я думаю, на этом пора заканчивать ролик, и хочу вынести свой вердикт на эту игру. Игра как бы сырая, ну как сырая, скучная, пустая, не оптимизированная, физика или сложная, или недоделанная, а так, примерно так, на среднее. Я как бы не фанат русского автопрома, я больше по американским и японским корчам. Ну, американским это там дерби разрушать, вы поделили, а японским это бачком валить. Как-то так. Поэтому, ну, есть некоторые прикольные машины в АвтоВАЗе. Но как бы я особо не интересуюсь. Так что всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.